На губернатора Кировской области Никиту Белых завели уголовное дело. Информация об этом появилась сегодня вечером около 6 часов на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации. По версии следствия Никита Белых лично и через посредника получил взятки в особо крупном размере. На общую сумму 400 тысяч евро. Это больше 24 миллионов рублей. Никиту Белых задержали с поличным в одном из ресторанов Москвы. Получение взятки связано с Нововятским лыжным комбинатом и лесохозяйственной управляющей компанией. В своем твиттере Владимир Маркин, пресс-секретарь Следственного комитета, выложил информацию о происшествии и написал, цитата, «Взятка не пахнет, но иногда светится». Конец цитаты. Сейчас Никита Белых доставлен в Следственный комитет для дальнейшего расследования.